Привет тебе. Я Коперник, и я сейчас проверю, идет ли запись. А запись идет. Так ведь, идет ведь? Да, запись идет, все прекрасно, все замечательно. Ну что, господа, третий камень вышел. Вышел третий камень, я поправил камеру, все отлично. Кошмар, прям такое чувство, что какой-то камень из почек говорит, да? Ну как сказать, вышел, вышла демка. Вышла демка, мы видим сыр Луну. Все мыши любят Луну, потому что она похожа на сыр, да? Что у нас имеется? У нас имеется... Создавай. Ага, то есть здесь я могу создавать свои уровни. Неплохо. Весьма и весьма неплохо. Что я тебе могу еще сказать? Вот совсем и совсем весьма и весьма неплохо. Так. То есть я могу прям новую карту жмякнуть, назвать. Слушай, я хочу эту игру. Серьезно? А здесь можно свои карты создавать. И разрушай. Либо сюжетная кампания, либо уровни сообщества. Давай посмотрим. Ах, ни хрена себе. Это типа уже все столько вышло всего? Это типа уже столько насоздавали? Эта демка, она временная, но... Камень-то полный выйдет... По-моему, в июле какого-то... Точно не помню, какого июля выйдет камень. В середине, по-моему, где-то так. Или в конце, ближе к концу. Но уже создавали уровней. Так, понятно, отлично. Вот. Бета пререлиз софтвейр. Сюжетная кампания, погнали. За что мы всегда любили камень, так это за сюжетную кампанию. Одиссей. Не пасет гусен, просто гребет. В смысле, грибцы гребут, а Одиссей такой и ходит. Ага, припизник, который острый. Нихуя, чувак, видишь, он под руками арбузы тащит, самый первый, да? Жрать захотелось, живот заурчал. И тут этот черт идет. Полифем. Что? Приходит, значит, а здесь уже все пожрано, блядь. А этот вообще наелся и спит. Вечным сном. Ом-ном-ном. Значит, взял, закрыл. То хуем было. Ну, в принципе, нормально. Пища будущее, будущая пища. Какая же она пиздатая овца. Отлично. Так, типа загрузки такие долгие. Ну ладно. Нифига, графоний прям. Циклоп заблокировал выход в Луну, но у меня есть хитрый план. Угу. Сперва мы свяжем вместе несколько овец, чтобы получить гигантский овце-шар. Ебать, у них там оргия. Эти три веселятся рядом. Хорги, какая-то дикая. Сейчас скатим овец с горы и собьем этот валун с пути. Ага. СПЦ прыжок. Отлично. Покатились. Наш гигантский овечий шар. Ох ты, ох ты, ох ты, ух ты, сука. Нет, нет, нет. Бам! 169 урона. Это много или как? Появились препятствия. Кто-то расставил горящие бочки, неплохо. Избегать препятствий, если не теряя слишком много вес, шар не будет достаточно сильным, чтобы столкнуть валун с пути. Уи! Это липкие коровы. Они тут тоже... О, липкая корова! Здравствуйте, здорово, липкая корова! Рова! Твою... А что это за говно? Чем мне так... Ой-о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 й
Блять.
Нет. Ну понятно все. Заново? Ты серьезно заново? Твою мать! Вот это гав. Гав-шар. Гав-шар. Эй. Гав-шар. И джем. Гав-джем-шут. Так тише, 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 чтобы не нарваться на. Биг-бада-бум! Сука. Давайте, овцы. Я вас верю. Бам! 150. Отлично. Ну, врезались, так врезались. Так, липкие коровы, стены большие уже начали. Ах ты, собака, не... Ты серьезно? А как мне теперь отсюда вылететь? Давай попробуем. Типа... Ой, ничего не вижу. Не, все жопа. Это явно жопа. Это явно жопа. Бебе, говорят. Наш овцешар. Липкие коровы. Осторожней. 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 Сука, чудо не врезался, хер с ним. Бам! Когда овцы рушат стены. Есть! И в земку. На, сука. Музыка, музыка офигительная. Там-там-там-там-там-там-там-тара-тара-тара-тан. Там-таран-там-там-та-там. Попиздили, попиздили. Сейчас. Овечку по попке похлопал. Ой, ты молодец, какая овечка. О, какие овечки. А к ним присобачились эти какое. Чипльдуки. А, значит, ничего не заподозрил. И закрыл. Типа ты лалка. Лалка. Ах, сука, наебали. Сейчас я вам дам. О, камнями. Ах, вот откуда циклопы в третьих героях камнями-то кидаются. Ёп. Прилетели обратно на остров. Эти даже воткнулись. Ёбаный шкарёбаный, опять эти ублюдки ко мне на остров приперлись. Так, а что бы сделать? Элпинор. Нифига ты силач. Пацантре. Силач-пацаняч. А подожди. А если, допустим, хочу... Интересно, сейчас, секундочку, ребяточки. Секундочку, совсем секундочку. Сейчас, главное меню. Сейчас, секунду, все будет, сейчас все будет. Давайте посмотрим, что у нас по опциям по персонализации. Так, скорость камеры, управление, ВСД. Маус баттон херать. Орлиный взгляд, middle mouse button. Центральная кнопка, да? Клавиатура геймпад. Так, выберите разрешение экрана. Разрешение? Я вижу, что рыцарь стал херовым. А вот теперь красивым. Это что-то я здесь меняю? Так, а весь экран. Ультра и ультра, ультра, ультра применить высоко. Высоко далеко. Но здесь не... я вижу, насколько походу делал какие-то просадки, что по фэпосам, я не понимаю. Два наркотчества. Теней высоко. Ты не это думал, пусть будет. Установить. Все, ничего больше не будем трогать. Хорошо. Аудио. Музыка, игра. Нормальный слово. Язык испанский. Это хорошо испанский знаю. Если я. Ага. Итальянский. Немецкий. Французский. Английский. Китайский. Второе наречие китайское. Японский. Корейский. Ну, отлично, как бы. Испанский, так испанский. Почти как стыд. Но персонализация, я помню, раньше она была. Ого, то есть здесь все-таки приз. Ага. Кому мы имеем, какой-то рандомный чувак. Старый китаец. Инка. Похоже на ананас. Сэр Кабан.
Черт. Хорошо. Сэр Кабан, сэр Кабан. Так, корона, как это, завитушка, репух. Посейдона, трезубец. Мечи. Солнцеворот? Или какой коловорот? Или как там ее, блядь, короче, солнышко. Коловрат, по-моему. Что-то римское. Ебанутый лев. Тряпка-волк. Толстолошадь. Олень. Зайка. А, мне показалось, что он как удавит из сраки. Какие сраки у зайки. То улитка. Скорпион. Ёбаный кракен. Ёбаный овечка. Единорожка. Рука. Людей, которые на мид ходят. Здесь, видишь, здесь маленькая пасхалочка. Видишь, у него прям на руке такой значочек, галочка. Это, короче, это фирма Adidas. Рибок проплатил, извиняюсь. Корабль, смерть. Что это за морда, блядь? Привидение. Что это за говно? Это писсуар? Или маска? Какие-то люди, какие-то гигантские модусы. Это что? Чё за... Ебанутый дед. Нет, спасибо. Мне что-то понравился этот кошак. Ебанутый кошак. Ну, да, ну, типа цвета есть какие-то. А этих цветов просто нет, да? Мне нравится красный. Что такое? А, на камне, то есть можно рисовать. Не особо по камну, как я вижу, да. Так, в клеточку. Такси-камень. Какой-то английский камень. Раскраска. Друг Робинзона. Испытательный камень. Тигриный камень. Тигра-камень! Тиграмень! Я хочу тиграмень! Тиграмень, и он будет оранжевый. Вот, тиграмень! Хотя, может быть, его нахер. Блин, он вместе с этим меняет цвет. Ладно, друг Робинзона. Давай, дружочек, пирожочек. Разрушай. Погнали сюжетку дальше проходить. Значит, ага, ну все, это мы уже видели. Прокрались. Хорошо. Сэр Кабан. Сэр Кабан. Единственный в мире малыш Сэр Кабан. Сэр Кабан. Что это? Обучение. Так. Что-то вижу. Пизду рыжу. В этом замке пока безопасно, стена Полифем все еще представляет угрозу. Ну, какая здесь графика реально похорошела, прям похорошела. Вот, вот он на вершине холма. У меня много волнов, чтобы продолжать бросать вас. Частью мы опытные строители, можем построить оборону, чтобы остановить эти камни, прежде чем они врежутся в ворота нашего замка. Ага. Если ворота замка рухнут, мы пропали. Так-а-так-а-тон. Давай начнем со строительства башни для обороны. Оборона башнями, если хотите. Если увидите золотую сумку, подберите ее. Это ты типа золотая сумка? Не подбирается? Ты же золотая сумка? Ну, похоже. Там еще где-то упала еще одна. Вот. Ага. 7000. О, сука, отплясывает, глянь. Пес. У нас есть что? Шахта. Катапульта. Что-то и башня. Ну, я понял, что что-то. Так. Угу. Это херня с баранами. И бараньи бошки бьют всех. Отлично. Не все забираются почему-то. Ну, ладно. Так.
Если найдете иконку замка локации для быстрого перемещения. Понял, понял, понял. Это, в принципе, как раньше было. Армия... Не буду я нажимать, армия готова. Я попробую вот этих хуем было понаставить. А, то есть можно длинный ставить? Можно не длинный. Берись! Берись! Не берется. Ага, разворачивать башню. Типа, где-то лучше, где-то хуже, да? Не все мешки берутся почему-то. Так, а вот он уже он, да? Давай тогда баранами подосрём прям тут. Прям тут. Тут. Отлично, мне тоже нравится. Мне это нравится. Мне кажется, наш подлый план сработает. С липкой коровы, конечно, нет у нас, но... Так уж и быть. Короче, чтобы 86. А, деньги кончились. Ага, 300. Ну смотри, сейчас на 2 хватит. На 2 башенки. Давай так. Давай так. Не, ну в принципе. В принципе, сносно. Очень видно. Взял? Взял, да. Здесь везде просто падают эти золотые мешки, типа, для обучения. Мне кажется, если очень быстро будет камень лететь, он может навредить очень сильно этой херобории. Ну, ладно, посмотрим, в любом случае, посмотрим. Погнали, моя армия готова. Враг катится. Ух, ни хрена, золото нападло. Так. Катится, катится. Нихуя у него врагов, ты серьезно? Ах ты ж собака, не... Еба-боба! У меня шары просто улетают. В разные стороны. Что это такое? Что-то полетело. Что-то как-то полетело. Так, короче. У него что-то дохренище шаров. Очень дохренище. Так, большой катится. И ломает. Баранья башка ломает. А он, наверное, маленьких очень хорошо будет ломать, да, баранья башка? Очень мало шаров у него осталось. Очень мало шаров. Наша остальная... Смотри. Да! Маленьких просто разносит в хлам. Маленьких просто разносит в хлам. Вот он маленький покатил, смотри. Бам! Просто с одного удара. Сейчас этот ублюдок взорвется, да? Взорвется. Сейчас взорвется. Сейчас взорвется. Он красно мигает. Собака! А не крещака. Ты серьезно? Все? У нас есть ограничение ресурсов для продолжения для уничтожения валунов, но я вижу, короче, золотую шахту. А где золотая шахта? Как она выглядит? Как выглядит золотая шахта? Ты знаешь? Неподалеку, говорит, вижу, говорит, золотую шахту. Неподалеку вижу. Пизду рыжу. Это мешки золотом, это не золотая шахта. Может быть, ты у нас золотая шахта? Ты кто? Ты как-то угольная шахта, мне кажется, нет? Как, блядь, сука, выглядит золотая шахта? Ты золотая шахта? Может, где-то здесь? Время-то кончается, ребята! Так. Я здесь не... Я не вижу золотую шахту, хоть убейте. Ладно. Хрен с ними. Вот я баранью... Бараньи башни сейчас будем делать. Вот. Слушай, наши барашки вообще всех трахнут. Реально всех трахнут. Короче, с большой скоростью их разбивают. С маленькой... Извиняюсь, скоростью они таранят всех просто на раз. Понимаешь? Просто на раз. Всех таранят. Вот, смотри. То есть, и теперь башенки. Просто башенки. Просто развернуты в нужную сторону. Так, золотишко. Хорошо. Угу. Так. Ну, блин, мне кажется, стены не слишком легко рушат, а башенки, мне кажется, тяжелее им даются. Ну, это лично мне так кажется.
где наша баранья-вертелка здесь. Все, она кончилась, как я понимаю, практически, да? Да. Сюда могу где-то поставить? Вот сюда могу. Вполне. Как бы вполне могу. И мешки золота нам сильно помогают. Но это типа обучение, я понимаю, да. Типа обучение, хотя, может быть, и ему тоже будут падать. Он же по-любому тоже будет. Но мы же будем наверху, типа, отбиваться. Это же, как я понимаю, просто режимы какие-то показывают, да? Угу. Так, три. Три куска. Три куска. Два соска, да три куска. Так. Где? Почему я здесь ничего не могу поставить? А, у меня 15 из 15. Понято. Все, понято. 15 из 15. Замечательно. Тогда защищаем. Вот это. Защищаем вот это. Все. Да ни хер здесь пройдут, тебе говорю. 105. Чуть-чуть еще, чуть-чуть. Мешочки. Какие же они маленькие, какие же они нерабочие все. Так, уже покатились сучни. А? Псы, блин. Так, 12 уже барашков осталось, но... Они просто отлетают, как... Так, то есть еще могу их молнией карать, отлично. Отлично. Разряд. Доктор, разряд. Супер. Так. Блин, они всех наших барашков. Чего вас так много-то? Чего вас так много-то? Да нет, как он так разносит? Разряд. А, нифига, они долго, очень, очень долгий. Респавн. Чё? Они слабенько очень. Нифига, я себе сказал, слабенько ломится. Ага! А почему мы победили? Мы просто выиграли и всё. Ярит, бежит, как будто, да? Сейчас, секундочку, посмотри. Сколько записи? 22 минуты. Отплыли. Пока, камешек. Что? Дырка? Дайте помогу. О, всемирный спаситель, всемирный любимец. Ах, сука, говно, блядь, сука, пойду овцой жопу себе подотру. Значит, Посейдон сидит, читает. Посейдон. Опять мне под руками арбузы, что ли, привык носить? Меня обидели. Деб. Я дебую тут, короче, стою, а тут какие-то хуи прибыл. Так, сейчас. Ублюдки. Еду съели, овец всех трахнули и уплыли, падлы. Ладно, ладно, сейчас тебе, короче. Сейчас мы твой корабль возьмем и сварим. Что? Гусь? Как это баба? Время? Старик? Спиннер? Часы? Опс. Ну, хуёво мы там, короче, будет. Очень хуёво. Просто пропали. Чего? 842 до нашего года нашей эры? А, до нашей эры? Ты серьезно? Ты реально? Как же это все красиво, ребята, вы себе не представляете. Так. Начало времен. Как я до них могу доплыть? Вот она временная линия, то есть, идет, да? 700, 600. Наша эра. Нифига здесь уровней. Это все открыто в демке? Это все в демке открыто?
Ты серьезно? Охренеть! Охренеть, здесь два... О, ребята! Здесь уровень открыт. Это все в демке. 1800-й. Моби Дик. Как я понимаю, это... 1900-е. Эпоха чудес. Алиса в стране чудес, да ладно! Это все работает, это все открыто! Ребята! Это все в демке есть! Охренеть! Сейчас, меня вообще видно, меня слышно? Да, меня видно, меня слышно. Мы все это, конечно, за сегодня не пройдем. Но это что-то! Ребята, эту игру по-любому надо брать. Давай до нашей эры... Проплывем. Самые древние времена, к сожалению, здесь недоступны, как мы видим. 12 миллионов лет. И дракон плывет. Блин, как же это все охренительно красиво. А это мы сейчас плывем по реке времени. Ты понимаешь, по реке времени. Да. С кем, с кем, с кем? С Цезарем. Охренеть. Так, грузится. Думой валун. Скорость очень низкая, здорово, он очень высокий. 200, вес 133. 100. Прочность 1600. 1600, 2600, 2. То есть, подожди, а если я хочу против Цезаря сыграть? То есть только ожидать игроков. А если я хочу компанию? А если я хочу компанию именно, подожди. То есть, как бы, компании здесь нет. Если ты хочешь играть, то играй с другими игроками, да? Да, глобальные. Вот и сюжетка. Что я должен сейчас делать? Кого-то бомбануть? Чем быстрее, тем лучше. Сука. Да давай, падай уже, давай. А фитиль-то горит? Куда ты поставил? Сюда, да? Сюда. Куда? Ну, блин, это неоднозначно, понимаешь ли. Очень плохо видно, что перед тобой происходит. Туда. Написано туда. Туда так туда, окей. Типа, должен как можно быстрее добраться. Но здесь онлайн забубенили. Ребяточки, здесь забубенили онлайн, это охерительно. Так. Не знаю, я не понимаю, как здесь... Ай-яй-яй-яй-яй. Как здесь? Так, мне сейчас фитиль догорит. Мне сейчас фитиль догорит, сейчас фитиль догорит, и я взорвусь. Взорвусь, 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 взорвусь. Взорвусь, 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 взорвусь. Или здесь надо как можно дальше проехать, я не понимаю, или... Угу, понято. Здесь прям гонки не на жизнь, а на смерть. Такой каменный форсаж. То есть это, здесь показываются режимы оборона, она защита, гонки, стандартный камень. Ну, то есть здесь очень, ну, нехерово добавили. Очень нехерово добавили, я тебе хочу сказать. Так, возьми, я фитиль скоро догорит. Это просто гонка, да, как я понимаю? Просто, как я понимаю, гонка. И типа надо добраться как можно дальше, прокатиться камнем. За 2 минуты. Я уже не успел. Нормально, ничего. Я уже в первый раз играю вообще. Вообще не знал, что такое может быть. Что произошло? Не доехал. Повтори гонку.
Ready, set, go! Та-да-да-да-да! Так, главное не разгоняться особо сильно. То есть это не гонка, то здесь можно доехать, да? Далеко вообще, далеко ехать-то нет? Походу дело очень далеко. Здесь за полторы минуты доезжать на золото. За минуту 54 на хоть что-нибудь. За минуту 55, можно сказать. Давай. Бам. Отлично. Так, хорошо. Шарик, пожалуйста. Едь нормально. Как тяжело, блин. Здесь надо как-то... Ага, то есть под эту фигню можно скользить. Не скользить, но... Пожалуйста, нет, шарик. Не улетай. Не улетай. Еще немного. Покруж, сука, жи. Тера-та-тера-тера-та. Мне дорогу покажи. Та-тара-тара-тара-та. Бам. Да, конечно, докатился, да. На золото уже не успел, да? На золото уже не успел. А вон замок там где-то впереди должен быть. Нет? Мне кажется? Мне наверное кажется. Да, мне кажется. 30 секунд осталось. 30 секунд осталось, пожалуйста. Катись-ка. Ой, чуть-чуть уже осталось. Пара секунд осталось. Нет, плес. Куда? Я не вижу. Куда? А как мне туда попасть? Как мне туда наверх попасть? Хочу еще раз играть. Как мне туда попасть? Давай. Set, ready, go. Там какая-то херня должна быть. Я не могу попасть наверх. Так, отлично. Сука, как же это? Реально как в гонках прям. Круто. Мне нравится. Вот сейчас они раскрыли, так сказать, потенциал этой игры про камень. Практически можно сказать, что на всю катушку. Я уверен, что еще что-то можно, конечно, придумать, но онлайн он сам собой напрашивался. Это, ну, как бы логично. Онлайн напрашивался сам собой. Так. Осторожней. Осторожней! Дерево! Собака не крещена. Потерял пару секунд драгоценных. 4, может даже 5. Так. А как мне сюда запрыгнуть? Я сюда намного быстрее за это ехал. Я же туда еду. Сейчас я обратно еду, да? Как я понимаю. Нет, не обратно. То есть я в прошлый раз просто тыкался не в то место. Твою мать. Вот он замок. Четыре, три, два, есть! Мы сделали бадабум. Ну, даже на бронзу не сыграли, но как бы спасибо. Офигительно. Офигительно. Так, глобальные списки лидеров, спасибо. А, вот, все, я тоже тупанул. То есть ты серьезно? Давайте посмотрим, что здесь у нас.
Тоже какие-то игры, да? Тоже тут интересно, тоже тут увлекательное. Тоже гонка, да? Только на другой карте. Понято. Понято. Ну, в общем, понятно. Здесь пару разновидностей. Как я понимаю, сюжетки здесь пока еще нет допиленной. Пару разновидностей всего без вставочек сюжетных. Просто пару карт, на которых ты можешь погонять. Сейчас посмотрим римскую эту карту. Очень интересно. Блин. Ну, в общем, понятно. Римская карта. И если честно, они... Куда? Сюда, наверное, ехать, да? Если ничего не путаю. Или я что-то путаю. Да, все верно. Здесь очень плохо видно, куда ехать. Очень плохо видно, куда ехать. Очень-очень плохо куда видно, куда ехать. Тебе иногда бывает спавнят прямо, ну, не в противоположную сторону. Иногда спавнят не туда, куда нужно, так скажем. Домики какие-то, бомжи танцуют. Тут-тут-тут-тут. Нет. Вот это было вообще на тоненького. Больно. Больно. Пожалуйста, пожалуйста, успей. Хочу еще очень сильно, еще хочу Алису в стране чудес поюзать. Время чудес. Очень сильно хочу заюзать Алису в стране чудес. Да. Таки бронза. Таки бронза. Отлично. А, то есть это можно обновить. Блин, вот это я понимаю. Ребята, вот это я понимаю. Опять поезда, конечно, какие-то. Едут, 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 едут под, окна, под окном тут, блин, у меня. Ну, то есть, блин, да это охерительно. Вот человек Леонардо да Винчи. Как я понимаю, здесь дальше будут развиваться новые противники, новые соперники. Здесь пока всего этого нет. Моби Дик. Разблокировать. Это босс. Это босс. Это, мать его, босс. Что так все лагает? Типа гребут, гребут. Что это, что это за говно? Что? Ёбаный шкаребаный Моби Челли Дик. Жопа, говно. Попиздили. Сейчас внутри Моби Дика будем. Камень всплыл. Как самый легкий. Сука, пасть его разъявил. Собак некрещенная. Давай, сэр Кабан. Сэр Кабан и Моби Дик. Сейчас мы Моби Дику по его горбу-то надаем по-белому. Это гонка, да? Тоже гонка, да? Тоже гонка, но уже глянь. Как же все охренительно, как же все красиво. Ты посмотри на это, и прям испарение воды, и прям Моби Чадик. Блин. Но наш камень умеет плавать. Надеюсь, еще в ту сторону качусь, потому что не было показано, в какие стороны можно катиться. Что это такое? Нет, я отсюда начал. Блин, да ты серьезно? Ты серьезно? Это мы уже видели. Заставки сейчас почему-то лагают. Не знаю почему, но что-то лагают. Все очень долго грузится. Погнали. Блин. Класс, он прям да. На перегонке с Моби, нет! Твою, сука, за ногу, мать! Блять, блять, блять! Куда, куда катиться? Сюда? Вот, да-да-да, за Моби дико надо плыть. Понял. Понял.
Нет! Нет! Сука! Я хотел на него запрыгнуть, но не смог. Где-то он был. Да иди-ка ты нахуй, ну серьезно. Как я-то должен перепрыгнуть? Говно. Давай разгонимся. Я боюсь, уже тогда ничего не успею. Есть. Курите. Давай. Дрифтим в поворотах. Заходи. Давай. Че, я опять к началу приехал? Да идите вы нахуй, ну серьезно. Какого хуя меня, блядь, как-то разворачивают через три пизды колена, что, сука, приезжаю опять в начало. В свое же, блядь, начало. Не, ну непонятно, блин, были какие-то стрелочки, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Ничего же нет, понимаешь, ничего же нет. Короче, понятно, главное не падать. Если упадешь, ну все, пизда, сразу тебе говорю, ты сразу сбиваешься с панталыку, сразу непонятно, куда ехать, сразу непонятно, куда катиться. Тише. Вот собака. Некрещенная плывет. Жопа очко. Блять, пожалуйста, покажи, где Дик плывет. Вон он плывет. Здесь мне как-то, блять. Ой-о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 й-
Так, я оттуда прикатился, да? Да. Так. Гниль, жопа, очко. Это было, блядь, тяжеловато. Признаюсь честно. Ой! Тихо. Я докачусь, я успею. Я доеду. Финиш. Я приплыл. А-а-а. Что, пасть свою разъявил? Собака некрещенная. Сейчас тебе. Язык. Подожди, стой. Подожди. Здесь могу прокатиться? Могу. Подождите. А что мне сейчас надо сделать? Чуваки, еще с вами. А, по груши типа наковырять ему. Давай попробуем. Куда? Ой, его тошнить типа, не понимаю. Но сюда нельзя. Сюда никак. Давай сейчас мы по груши надаем ему посопливые его. Как я понимаю. Так нужно, да? Ну или я ошибаюсь? Ну, по сути, на идее, да. Только больше не почему давать ему. Только по груши, которые нельзя скушать, она висит. Пеппер. А, чеснок! Все, грушу надо. Понятно. Короче, мы его чесноком расчесночили. Бам! Чувак, пора чихать. Единственное, если он чихнет под водой. Шикарно. Дальше плы... Дальше катимся. Ой-ой-ой. Сука! Нет! Так, все верно, вроде нас положили. Плавает. Жопа. Гнилая. Моби-дичья. Моби-дич. Ты сука. Так, сюда. Корабли. Сейчас же он корабли будет жрать. Сейчас он все будет жрать. Падла пытать.
Моби Дич, сука. Сейчас посмотрим, где корабль спереди, сзади. Сожрал корабль. Сожрал, блять, корабль. Да почему? Блять, мне уже просто... Ладно. Да как? Как ты тебе, блядь, добиться, допрыгаться, блядь? Сюда? Ой. Сюда, по идее, да? Я в ту сторону плыву. Я в ту сторону качусь. Нет, стоп, я сюда прикатился. Я вообще туда плыву, туда качусь. Давай заново. То есть ты хочешь сказать, что сейчас вообще все заново будет? Очень неудобно. Вот пиздец, как неудобно все сделано. Серьезно. Да, все заново. Ладно. Срань, короче. Назад к карте мира. Я хочу посмотреть кислотный трип. Я все здесь все понятно, короче. Пока не очень все. Эпоха чудес. Играть. Вообще, что там у нас по времени? 46 минут уже, нифига себе, видос. Шалтай-болтай. Сидел на стене, шалтай-болтай, свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать. Не может шалтая-болтая. Не может шалтая, не может болтая, хертая, хентая, кентая, пердая, собственно, вот этого, эту псину поднять. Он разбился насмерть. Фу. Давай заново. Давай заново. Давай заново, 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 заново. Такие лапки болтает. А, дважды можно прыгать. Жаба гигантская. Нет. Типа он не разбился, он еще жив. Так, ну зато яйцо может дважды прыгать, но оно очень-очень-очень хрупкое. Блять, я думал, что у меня дальше кинет. Все, разбился, да? Один шалтай-болтай. Сначала! Что это за быки, блядь, дураки? Он меня просто с одного раза въебал. Опять со стены заново? Да он же неудобный, что пиздец ты шалтай-болтай, блядь. Сейчас не шучу. Короче, понятно все. Офигительно, но нужно много времени для того, чтобы все это дело проходить. Пока что не хочу спойлерить себе весь контент этой игры. Когда она выйдет, тогда посмотрим. Пока что мы посмотрели пару карт. Интересно, интересно. Заманчиво, заманчиво. Вот. Пока что всем спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Увидимся уже в полноценной версии, не в демо-версии этой игры. И я думаю, мы выиграем. Мы всех выиграем. С полным сюжетом будем играть. Потому что здесь где-то сюжет есть, где-то сюжета нет, где-то что-то есть, где-то чего-то нет. Все. Всем пока.